Саша, благодарю, ты лучший проводник, который показал мне путь к себе. Закрывая небесный свет, а над городом великий духовный человек, и хочется пожелать ему здоровья и дальнейших успехов. Даша, мы тебя очень любим, я тебя очень люблю, ты наше солнце. Даша, ты свет, добро и любовь, мы очень тебя любим, будь счастлив. Все есть любовь, мы семья. Даша, без лишних слов. Даша меняет сознание людей. Если бы я была богата, я все богатство свое бы имела, чтобы не замерзало мое личное солнце и звезды, что по имени. Даша – это моя жизнь, новая жизнь. Даша – это свет. Даша вернула радость жизни, хочется жить. Целого мира мало, чтобы сказать тебе спасибо. Даша, баллотируйся в президенты, мы будем за тебя голосовать. Даша – это сила, энергия космоса. Звезды по имени солнца. Даша вне измерений. Моя любовь к вам. До встречи 13 января. Я с вами. Я перевернул эту главу, она была сильная, но тяжелая. И пришло время, когда нужно было сказать стоп. Сегодня я это сделал. Я рад, что это сделал, все очень правильно, что я не потерял лицо, что я не слил свою АЖП, активную жизненную позицию. И, в общем-то, все это произошло достойно. Хотя я устал, увы. Но тем не менее, я приехал не столько вот ради вот там хайпа, я приехал ради самого себя. Мне это было нужно. И я это сделал. Аминь. Все. Спасибо. Про подарки я вам скажу каждому. Дед Мороз вами Даша принес классный подарок именно в контексте того финалиста, которому я хотел подарить. Но так как мои избранные были брат и сестра Жан и Дана, им я сделал особенный подарок. И этот подарок двойной. Они открыли один, там еще есть другой. И это будет круто. Все, давайте, пока. Все, не мокните, пока, да, у вас. Да, 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 да. Да.